Всем привет, мои дорогие, с вами Таурус2190, с вами Молоко и с вами Орехи. Немного, кстати, странное название для игры вы не находите. Я не знаю, при чем здесь молоко, при чем здесь орехи. Возможно, орехом мы управляем, а это вовсе не ежики. Я не знаю, так аккуратно. А молоко? Молоко это, наверное, молочная порочная свинья, наша жена. Я не знаю. Так, на самом деле, мне кажется, этот уровень должен быть достаточно сложным. Нужно придумать, что с ним придумать. Наверное, это тавтология, да, считается. Так, успею, нет, не успею. Стоп. Хорошо, стоп. Стоп. Путь, боже мой. А как добраться до этого? А, ну сегодня, знаете, я в полной боеготовности. Я вчера прошел Мегамена, и это замечательно. Итак, я готов в этот раз пройти этих свинюшек. Ёжиков. Блин, это голубые ежики, голубые розовые ежики. Вы сказали мне так их называть, я их так и буду называть. Блин, что делать, а? Хорошо, стоп, аккуратно, один шаг, хорошо. Вот так и будем действовать. Так, хорошо, теперь главное, чтобы этот, хорошо, этот упал, и теперь надо, чтобы ты упал. Итак, что мне идти, не идти? Да, пора, давай, быстрей. Аккуратно. Так, медленно, не упал. Нет, ну что такое? Как я был близко. Боже, чё ж так неаккуратно упал-то, а? Так, ну хорошо, в моих проигрышах есть и плюсы. Хотя бы я теперь знаю, как это все проходит. Значит, этот ползет сюда, падает. Стоп, нет, аккуратно, ползем. Вниз, медленно, аккуратно. Вы просто перепрыгиваете меня. Великолепно, это же несложный уровень. Я думаю, все у нас сейчас получится, ребята. Все у нас получится, я просто нутром чувствую. Аккуратно. Прыгаем, ползем. Стоп. Отлично. Маленький шаг. Блин, что я так тороплюсь-то, а? Твою... Стоп. Хорошо, отлично. Так, спокойно. Есть. Главное теперь... Стоп. Дождаться. Стоп. Боже мой, неприятно как-то. Есть, пошли. Есть! Осилил этот уровень. Нам осталось еще 10 уровней, и я, пожалуй, пройду эту игру. Так. Один ежик, хорошо. Стоп. А мне этого, мне кажется, достаточно, чтобы проиграть. Блин, неудобный уровень, эти лестницы, кошмар. Черт возьми, знаете, что я сейчас сделал? В общем, я создавал уровень один. Собственный. Сейчас, блин, ну не могу. Это, боже мой, какой гадкий уровень-то, а? Я говорю о том, что я создал свой уровень, чтобы вам показать для разнообразия, да? Так. Да я не знаю, как пройти этот уровень. Короче, я его сохранил на один из слотов, только что пересохранился, и считайте, что уровень удален. Очень обидно, потому что я старался на него, около часа потратил на создание этого уровня. Блин, очень обидно. Так, понеслась. Не знаю, как это проходить. Очень неприятный, если честно, противник, как по мне. Да ну я не знаю! Короче, знаете, что, наверное, сохраню, запишу то, что получится удачным, потому что очень много дублей уйдет на этот уровень, и их монтировать очень впадло мне, извините. Вот, поэтому я не буду сейчас свои смерти записывать, запишу то, что получится, когда я пройду. В общем, это самый сложный уровень в Nuts & Milk, который был за все время. У меня просто уже нервов на него не хватает, черт знает, который раз перепрохожу его. В принципе, представляю уже, как проходить его. А тем не менее... Вот, первый раз сейчас собрал все фрукты, такого у меня еще не было. И тем не менее... Бляха-муха! Честно говоря, у меня уже сейчас маты идут, и хорошо, что они не попадают в эфир. Слов нету, просто... Пошли вы! Твою... Держись, ёж! Мать твою... Какого черта он умеет так делать, а я не умею. Давай, пожалуйста, еще чуть-чуть, есть. Боже, какой ужасный уровень, я его так ненавидел. Боже, слава богу, что я его прошел, сейчас еще лестницы будут. Нет, сейчас бонус будет, хорошо. Боже, нахрен мне ваши бонусы после всего, что я терплю. Возможно, конечно, они мне каким-то образом... Ай, да пошли вы.
Да ну нафиг, ладно, пофиг, бонус так бонус, проиграл так проиграл, черт с ним. Мне больше обидно, что я удалил свой уровень по неосторожности. Так, великолепно. Что тут делать? Во-первых, давайте, да, возьмем банан. Ага, он тут еще карабкаться умеет, насколько я понял. Так, ага, хорошо. Значит, идем сюда. Стоп, он же сейчас спустится, и мне гоплык. Ха-ха-ха, вот так вот, хитро, хитро, хитро. Не правда ли, не правда ли хитро? Еженцы. Так, а вот тут вот еще раз повторить мой подвиг надо. Или аккуратно. Отлично! Боже, неужели я пройду? На самом деле это же сложный уровень, мне так кажется. Так, стоп, еще вот тут вот надо постараться как-то. Ай, стоп, 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 стоп. Не бей меня, ежик. Так, что делать? Что, как тут пройти? У меня есть скромная предбаз. Да почему я в него врезал-то? Ну, блин. Так, взяли все в руки без нервов. Я, правда, понятия не имею, как вам приятнее смотреть с нервами или без. Но, опять же, да. Мне мои же нервы ничего не приносят. Приятного, к сожалению. Или к счастью. Если бы нервы мне приносили удовольствие, я думаю, я был бы каким-то странным человеком. Это вообще как-то странно, да? Ха-ха-ха-ха! Вот так вот! Ёжий червь. Почему червь? Так. Есть! Ой, как хорошо, блин! Я был на грани того, чтобы сейчас свалиться. Сложный прыжок, сложный прыжок! 45 уровень, ребята, чуть-чуть осталось. У нас 3 вражеских ежика, и 2 из них... 3 из них падают вниз. Забавно достаточно такие. Раз, два... Так-так-так! Уберись, почему я именно этот звук издаю, а не какой-то другой. Нер. Блин. Черт, 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 черт. Падаем, падаем, падаем. Отлично, хорошо, хорошо. Теперь сюда, сюда, сюда. Раз, два, еще раз. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, но этого не тяжело перепрыгнуть. Просто надо два раза. Так, стоп, еще раз аккуратно. Зараза. Так, надо подождать, чтобы на него не упасть. Раз, два. Та зараза. Хорошо, что эти в бок не уходят. А если я еще в них врежусь в тот момент, когда они респаунятся, блин, это будет больно, и это будет злости много со моей стороны. Раз, два, да ну... Черт, что-то у меня ослаб я как-то. У меня от этой игры болят... Боже мой, я думал, что я только что умер. Капец какой-то. Говорю, пальцы болят от этой игры и от этого джойстика уже, блин, не знаю. Жать так приходится лихорадочно. С такими нервами, блин. Так, хорошо, ежики тут тупые. Так, ну, кажется, я тут не умнее как-то получаюсь. Так, что скажем про этот уровень? А ничего мы не скажем, мы скажем, что я умер. Так, ну знаете, что этот уровень мне не кажется таким уж сложным. Сейчас разберемся. Вот это вообще понты, смотрите. А потом, так, так, как ты прыгает он по-дурацкому, придурок, а? Хватит обвинять ежика! Скажете вы мне. И будете абсолютно правы. Так, 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 ну ежик! Ага, нет, ежик у нас умный. Стоп, 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 аккуратно. Аккуратно. Были бы они поумнее, мне бы уже габыло. Они просто берут и падают. Нет, 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 не все, не все, не все. А, хорошо. Хорошо, стоп. Да что ж такое-то, а? Стойте, блин, почему я на него прыгнул? Так, ладно. Давайте тут также поступлю. Если не пройду, то хрен с ним. Я имею в виду, что не буду записывать все свои неудачные попытки, потому что... не с заботы к вам. Хотя поэтому тоже, наверное. Может, вы... Не всем далеко нравится, так все, я помер. Я понял. Значит, следующая попытка будет удачная. Запомните это, мои дорогие. Итак, мы приступаем. Карать ежей наше призвание. И это все, что у нас есть. Это все, что мы умеем. Наша работа охотник на ежей. Хотя мы сами, собственно, ежи. Ежи. Боже, ежи. Как говорит Дэвид Блейн. Так. Спокойствие, только спокойствие, как говорит Карлсон. Как-то аккуратно ж надо, блин. Прыжок! Отлично! Отлично! Чуть-чуть дотронулись, поползли, поползли, поползли. Отлично, отлично, я прошел, 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 прошел.
Великолепно. 47-я стадия. И нам осталось совсем чуть-чуть, чтобы запершить. Ладно, я умер. Сейчас продолжим. Я готов. Так, нет, я не готов. Нифига не готов. Стоп. А может... Дело в том, что не все от меня зависит. Здесь можно прятаться, да? Вот как оно все происходит, ребята. Этот уровень сложный. Знаете? А почему они в линейку? Я попал. Ребята, я попал. Ну как я теперь прыгну через них? Ну вы с ума сошли, боже мой. Мне кажется, это самый сложный уровень. Но я не перепрыгну через вас. Ну, ай-яй-яй, думал до лестницы допрыгну, зараза. В общем, этот уровень слишком сложный, чтобы записывать все неудачные попытки. Так, хорошо. Я, кстати, уже понял, как его проходить, более-менее. Враги здесь туповатенькие, что в данном случае весьма кстати. И прыгаем сюда. Все, нет, к сожалению, жаль. Я был так близок, пожалуй, оставлю эту попытку. Что ж, пробуем еще раз. Так, плохо. Ага, хорошо. Так, аккуратно, теперь вот это взять бы. Стоп. Хорошо, поползли, аккуратно. Аккуратно, ежик. Аккуратно, мой родной. Как тебя назвать? Ты ж не Соник. Еще один прыжок. Есть, я прошел. Сегодня, значит, я просто не говорил, потому что знал, что это не попадет. Наверное, я пройду еще Флинстоунов. Сегодня я. Отличный бонусный раунд, просто замечательный. Вот, потому что, ребят, извините, что я так поздно, так мало видео записываю, потому что действительно это не всегда сейчас получается, увы. Так, ну а сегодня я пытаюсь, ну, небольшая реабилитация, хотя, конечно же, она никуда не годится. Так, блин, почти успел, почти. Легкий, кстати, уровень. Я готов приносить пользу этому миру. Я уже за свою карьеру спас не один мир. И я готов пройти и спасти мир на Ценмилк еще раз. Хотя как еще раз? Вернее, очередной мир. Так, ай, как обидно, если бы не пробежался, может, не успел бы, черт его знает. Так, сейчас хочу кое-что попробовать. Не знаю, получится или нет. А, нет, стоп, все равно не получится. Нам надо взять то яблоко, так что, увы. Быстро. Да ну блин, ну как это успеть сделать? Я не представляю просто. Хорошо, сейчас попробуем еще раньше упасть. Раз уж вы так хотите. Если вы уж так прям возжелаете этого. Все, я сразу падаю. Это слишком рано, к сожалению. Так, сейчас мы будем искать золотую середину. Тот момент, когда мы должны прыгать, несмотря ни на что. Я надеюсь, что вы не против. Итак, пошли. Быстрей. Успел. Есть. Успел. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы снова 49-й раз рядом с женой. Знаете, что это значит? 50-й уровень, финальный уровень. Я так подозреваю. Блин, и опять он состоит из лестниц. Они меня убить решили. Ай, зараза, ненавижу эти уровни, вы же знаете. Ваши... Бляха-муха. Так, собрались. Ведь это последний уровень. Значит, нам осталось совсем немного. Но ничего страшного. Видите, как все просто на самом-то деле. Вот так вот их... Нет, наверное, все-таки лучше, чтобы они сюда попали. Первый попал, ну а второй-то? А со вторым мне что делать? Есть, бля, не есть, нифига не есть. Почему он не отпрыгнул туда дальше? Ну, ё-моё. В общем, чувствую, эпизод снова из кучи маленьких частичек будет состоять, которые мне придется монтировать. Так, хорошо. Не торопимся. Какой гадкий-то уровень, а. Понеслась, хорошо. Хорошо. Да ну твою дивизию, почему он не отпрыгнул? Блин, извините за мои нервы, но я не могу сдержаться, блин, когда такая тупость происходит на экране. К
Короче, если это вы видите, значит я прошел, потому что мне надоело записывать неудачные попытки и сохранять их, и монтировать потом и много всего разного пакости другой. Умри. Хорошо, падай, упали, потому что в прошлый раз он упал прямо ко мне на... Туда, куда не нужно было. Да. Два, и второй, второй, сюда же, ползи, придурок, ты, ё-моё, ну ползи сюда! Идиотина вонючая. Все, нет, все, хана мне, потому что сейчас... Или не хана! Или не хана-то, а? Раз, два! Да! Твою дивизию! Perfect! Congratulations! Thank you, man! Боже мой! Жена, я тебя ненавижу. Ты думаешь, что ты рада, а почему-то мой герой тоже думает, что он рад. Но, блин, она его убила столько раз. Это не они его убили, это фактически жена его убила. Боже, ребят, видите этот вертолетик? Короче, я сейчас перезапущу, еще вам кое-что покажу. Но, блин, все, можно считать, что я официально прошел игру. Поздравьте меня, ребята. Так, это очки у нас такие, вертолетики. Блин, ну просто реально, жена нас отправила на верную смерть. Она знала, чем все это закончится. Она знала, что я столько времени на это трачу. Она знала, что я столько нервов на это трачу. А, сейчас, ребята, меня убил дирижабль. Вот так, собственно, происходит все в режиме Б. Я думаю, нет смысла его показывать, потому что там разве что вот такие вот дирижабли и самолетики. Возможно, не именно на нем стоило проходить эту игру, но, к сожалению, это очень трагично закончилось бы все для меня, поэтому пусть все будет как будет. Итак, ребята, под конец моего летсплея по Nuts & Milk я хочу вам показать дополнительные возможности этой игры, потому что, как я говорил, я люблю, когда... Я люблю, когда игру освещают, я люблю, когда про игру показывают все ее возможности и так далее. Вот, так, вообще-то я сейчас немножко удалил то, что у меня тут было. В общем, я решил создать собственный уровень. Я второй раз его создаю, только сейчас немного видоизмененный. В первый раз я его случайно удалил во время записи оригинальных уровней. Вот такой вот уровень нам предстоит. Значит... Я надеюсь, это не у одного меня такая больная фантазия. В общем, если вы постараетесь, я думаю, вы можете прочитать здесь Таурус 2190. Этот уровень защищен авторскими правами, и любое посягательство на него грозит лишением свободы от 3 часов и до 8 суток. Не знаю, почему я так придумал. Вот, значит, на любом уровне мы можем создавать только лишь 2 банана и 3 яблока максимально. Так, это вот тут вот. Вот тут вот у меня был банан. Вот, пусть будет. А, или нет. Вот, иногда еще глючит, потому что иногда не могу поставить. О, сейчас взял, поставил. В общем, бывают такие странности. Вот. И 3 яблока. И всего 3 врага можно ставить. Вот. Ну и наш главный ежик розовый стоит тут. И вот, собственно, такой уровень. Я его несколько раз пробовал проверить на работоспособность. И, блин, я его ни разу не смог пройти. Но мне кажется, это из-за сложности, из-за того, что он просто нереальный. И теперь давайте попробуем. Мы подтверждаем, значит, я вам показал игру А, показал вам вкратце игру Б, а теперь покажу игровой редактор. Итак, теперь у нас этот уровень полностью доступен для игры. Значит, вот такой вот уровень. Я уже знаю, как мне его проходить, так аккуратно надо быть с этими ежиками. Так, ох ты, у меня до этого не падал тот ежик, который сверху сюда. Не падал он у меня до этого, блин. Мне кажется, мне хана просто. Сейчас будет так. Вот это несложно взять. И вот это тут яблоко тут внизу. Я так рассказываю, сейчас буду пытаться, да. Вместе с вами узнавать этот уровень, который сам же и создал. Блин, глупо-то, да. Ну все, я просто тут не пройду. Это, конечно, я зафейлился. Ну вот. Ладно, сейчас сделаем так, чтобы этот ежик не упал. Надо, значит, мы сейчас сразу бежим в левую часть экрана. Вот, и он, видите, там застрет. Итак, смотрите, как интересно. Ну как интересно? То, что я создал, это, конечно, интересно. Если мы вот в этой части, в левой части экрана ползем вверх по лестнице, то мы попадаем вверх на уровень. А если вниз, то мы попадаем вот в эту часть уровня, где я беру еще одно яблоко и возвращаюсь снова наверх. Теперь берем вот этот банан и берем вот это вот яблоко. Но возвращаться мы можем только вот, вот по этой части, как вы видите. Справа замурованный ежик, и мы уже взяли яблоко, которое было у него. Вот, этот, вот эту часть уровня я тупо не могу пройти. Раз! Йо, есть! Боже! Офигеть, я ни разу не проходил эту часть уровня.
Так, теперь надо быть аккуратным. Если он прыгнет сейчас на меня. Так, падай вниз, падай вниз. Упади вниз. Черт. Твою дивизию. Вот такой вот я уровень себе создал, блин. Жалко, что вы в него не сможете поиграть. Ну, кому надо это играть? Я вообще в реалиях современного мира, наверное, лучше создавать уровни для каких-то Happy Wheels. Вообще, я люблю это занятие. Вот. И почему-то сразу же, как только начал проходить на Milk, у меня такая появилась идея. Создам-ка я под конец собственный уровень. Почему нет? Правильно. Так, ну с богом. Отлично! Да это вообще ни разу так не получалось. Так, теперь с тобой решаем вопросы. Бананы, кокосы. Да что ж с тобой делать-то, а? Отлично! Черт! Главное, что я знаю, что этот уровень реально пройти. Game over. Вот так вот, ребята. Ну, я не буду сейчас останавливать запись. Сразу же начинаем, потому что это считается... Созданный уровень считается первым уровнем. Вот. Нельзя сразу создать 50 уровней и сохранить их. Только первый. Вот, ну... Благодаря эмуляторам мы можем делать кучу сохранений с такими уровнями. Это уже... Кому как нравится. На самом деле, тут, конечно, многое зависит лишь от фантазии. Потому что достаточно интересный процесс. Вот. И я мог бы еще создать много уровней, но посчитал, что это не нужно. Та зараза, а! Капец, не надо падать. Ежиха! Я тебя создал, я тебя и убью. Нет, ежиха, тебя убивать не буду. Как мне перепрыгнуть его? Есть! Блин, капец. На самом деле сложный уровень получился у меня. Вот. Ставьте лайки мне за это. А вот видите, второй уровень пошел уже тот, который, собственно, и должен идти. Ставьте мне лайки за мою проделанную работу. Я, получается, параллельно с равным успехом прохожу и проходил и Мегамена, и Nuts & Milk. Со Флинстоунами не уверен, но мне кажется, там тоже уже я близок к концу игры. Вот. А это значит, ребята, что... И этот летсплей закончен. Спасибо вам всем за то, что смотрели. Надеюсь, вам понравилась эта миленькая игра про орехи и молоко. Я так и не понял истинного значения этого названия. Вот. Спасибо вам всем за просмотр, ребят. Оставайтесь на линии. Дальше будет только интереснее. Скоро я буду начинать свои новые летсплеи.